Приветище! Это трибумы и бесконечный цилиндр. Мы продолжаем путешествие, чтобы спасти этих маленьких удивительных колобков. Трибумчики, как их называют многие, колобки, как их называю я. В прошлой серии мы встретили старейшину, и он находится на вот этой огроменной платформе, которая умеет летать. Но, к сожалению, запустить мы ее не смогли, потому что здесь нету линз. Три какие-то огромные линзы, которые питают эту платформу и могут поднять ее в небо, вон туда наверх, к этим огромным квадратикам летающим. К сожалению, старейшина уже умирает от болезни какой-то, но он поведал нам историю, что эти линзы можно найти вон там, на том материке, куда мы сегодня поплывем. И я думаю, мы не будем долго задерживаться здесь и сразу же поплывем. Погнали, ребят, запрыгиваем, давайте, погнали, let's go. Я капитан этой шлюпки, понеслась. Все, мы плывем. Ой-ой, там камень впереди. Она по рельсам плывет, ну хорошо. Все, мы преодолеваем барьер, и сейчас цилиндр запустится. Мы едем в далекие края. А что там за пыль? Так, там еще и бегемоты, которые нам нужны. Надо забрать у них ядовитую железу. Блин, остался в другой стороне, а бегемот здесь, прям вот перед нами. Ой, он. Нет, ты не катись сюда. Так, все, не обращаем на него внимания, перепрыгиваем. Вот так вот. Потому что там уже вон катится на нас цилиндр. И пофиг на него. Мы в песчаной буре, и мы находимся в пустыне, между прочим. Я только сейчас это понял. Наконец-то мы добрались до нее. Пустыня. Как здорово, что мы здесь. Теперь нам будет тепло и хорошо. Не будет никакого снега. Обалдеть. О, чуть за коконы. Это можно как-то забрать, не? Нет. А полить водичкой? Не. Ну что ж. О! А, ну все существа похожи, просто окрас сменили. Цилиндр, ты остановишься? Надеюсь, ты не пойдешь дальше. Бегемот бежит. И его задавили. Эх, там железа пропала, ядовитая. Ну вот. Часть третья. Чудеса наших предков. Какие странные деревья. Блин, прикольно тут. В пустыне я еще никогда не был. Что? Палящее солнце. Да ладно! Во время самых солнечных дневных часов в пустыне трибумам слишком жарко. Им нужно оставаться в тени или находиться в воде. Иначе их уровень здоровья будет медленно снижаться. Только защитная мутация поможет полностью обезопасить их от палящего солнца. Ну вот, обрадовался. Вот это да. Трибумы почувствовали, что по пустыне скитается нечто, чего в ней раньше не было. Наверняка это великий цилиндр вновь прислал сюда своих жестоких слуг. Возможно, он обратил на трибумов внимание и решил помешать им достигнуть своей цели. Не, только не это. Но я пока никого не слышу и не вижу. Пока спокойно, пока не кипишим. Я, пожалуй, сразу выберу ядовитого своего колобка. И мы сейчас пойдем искать бегемота, чтобы забрать у него железу. О, вот эту штуку надо выбить обязательно. Ребят, давайте выбьем вон ту красную штуку. У кого тонкий хобот? Так. Вот, у тебя. Ты мне сейчас нужен. Давай, помоги мне выбить вон ту штуку. Ну же. Черт, воды очень много тратится. Давай. Эта груша очень нужна. Да, получилось, где она? Куда-то сюда упала. Груша, ты где? Груша. Да ладно. А, вот, все, грушу собрали. Тева, ну давай тебе. Тева, ты где? Куда ты спрятался? Вот. Давай, ешь вот эту штуку, посмотрим, что она делает. Главное, чтобы свисток не порвал. О! Чего? Предостерегающая кожа, колючая шкура не дает большинству хищников съесть трибума. Ха! Ну здорово, я теперь как ежик. Ежик, Тево. Меня никто не съест, потому что я колючий. О, а вот и солнце. Палящее солнце начало меня обжигать. Нужно искать тенек. А это кто? Чуть за крабик, чуть за мозги. Иди сюда. Хм, прикольно. Так, Тева, ну ладно, давай вот ты... Нет, наверное, я его есть не буду. Ой. Главное, не подходи ко мне, чудище. Кто будет следующий есть мутации? Тева уже достаточно досталось. Зумба, давай ты теперь скушаешь этого крабика. Посмотрим, что он нам даст. Что-то я все опыты ставлю на каких-то пухляшах своих. Это нехорошо. Так, и что это дало? Четыре ноги. Эти ноги позволяют трибумам быстро разгоняться и в целом бегать быстрее. О, здорово. Ха, у меня теперь реактивный пухляш есть. Сколько тут сразу новых мутаций дофига. А это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Опасно какая штука. Ну там он, видишь? Блин. Убегай, убегай оттуда, трибун. Убегай. А если кислотой ее облить? Там просто есть какая-то мутация, мне кажется. Есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не, это бесполезно. Черт, и как мне добраться туда? Может как-то вот так вот облезть? А, он сюда теперь. Черт. А если я близко подойду? Так, ребята, постойте тут. Все, она что? Нет, она не остановилась. А я сейчас побыстренько. Ой, 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 ой. Фух, она не села меня. Мне повезло. Есть, собрал. Собрал, собрал. Укатываемся, укатываемся. Ух. Так, Готма. Давай ты съедаешь эту штуку, посмотрим, что она тебе даст. Что это? Ноги метеоры. Позволяют трибуму ударять по земле при повторном нажатии на кнопку прыжка во время прыжка. Стой, ну-ка. Ух ты. Нифига себе, вот это ноги у меня. Ты посмотри, какие они такие мощные, накачанные. Интересно, насколько я буду повреждать своих соперников этим прыжком? Еще я хочу посмотреть вот на эту штуку. Что это за колобок такой здоровенный? Что тут? Какая-то мутация есть? Что это? Разбить надо. Давай разобьем. Ага. Съедаем. Так, ну давай. Снова ты будешь кушать. Офигеть, только зашел на локацию и столько мутаций. Ну, не верай. Что это? Маскировочная кожа позволяет трибум маскироваться, избегая хищников. Ха! Я теперь хамелеончик. А вон там что за синий? А, это бликует цилиндр. Понятно. Слушай, ну пока что я здесь никого не встретил. А ком говорил закадровый голос? А это что такое? Это можно как-то? Муравейник, что ли? Гейзер какой-то сдохший. Мы сейчас будем тут искать ингредиенты для того, чтобы сохранить наши мутации. Поскольку на нас начали охоту уже, начнем с янтарного глаза, чтобы третий глаз защитить. Есть тут поблизости он где-нибудь? Да, есть. Вон он, я его уже вижу. Вот он, янтарчик. Все, мутацию мы сейчас защитим, это очень классно. Ну давай, собирайся. Эй. Что-то не получилось. О, значит, смешиваем ингредиенты и защищаем эту способность. Чудно. Вернемся к деревьям. Блин, песчаная буря снова тут все закрывает. Вот к этим деревьям хочу вернуться и попробовать взлететь и собрать. А это что такое? Вот это ж вентилятор какой-то. Можно как-то его запустить? Ну-ка, давай, прыгнем на эту всю штуку. Не, бесполезно. О, бегемот! Бегемот, бегемот, бегемот. А кто у нас с ядом-то пуляет? Уходим, ребят, мне нужен ядовитый трибум. Вот, ты мне нужен. Пойдем отбирать у него способность. Опа, на тебе. На-на-на-на-на. А, он тоже ядом пуляет, я забыл. А ему, походу, пофиг, слушай. На яд? Значит, мне нужен кто? У того, у кого снаряды есть. Тимон, ты где? Вот ты. Вот ты. Значит, третий. Давай, пуляй в него. Готов. Отлично. И еще парочку сейчас догоним. Куда ты побежал, Куда ты побежал? На тебе. Черт, мимо. Сколько снарядов, и все мимо. Эх. Надо что-то подобрать, что-то съесть. Скомбинировать что-то надо. Срочно, срочно, срочно. Мне нельзя его упустить. Никак вообще. Так, комбинируется снарядик. Еще один. Давай, 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 давай. Ох, кислотой как заливает. Завязывай поливать. На тебе. Ой, 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 укололся, укололся, укололся. Ребят, обходим этот кактус. Так, что-то еще надо скомбинировать. Вот это давай штуку. Вот этого, давай, 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 давай. А это что наверху такое? Ага, сейчас скомбинируем. Пошли. Пошли его догонять. Куда ты побежал? Слышь, я еще с тобой не закончил. Мне нужна твоя способность кислотная. На тебе. Все, наконец-то. Ништяк. Мы получили эту железу. Где она? Она где-то тут должна. Вот она лежит. Чудно. Защищаем. Все, у нас ее точно не отберут. И это очень классно. Следующую мутацию мы будем защищать вот эту вот. Сейчас посмотрим, что это за фрукт такой. Средний плотник аэроорех. Ну блин, его здесь, по-моему, нету, но давай попробуем поискать. Прикинь, он здесь есть! Он где-то тут вот рядышком. Я чувствую сердцебиение. Так, поехали тогда по краешку цилиндра проедемся. Блин, со своими путешествиями я совсем забыл покушать. Мне нужно срочно поесть. О, пещерка. Я инопланетянин, давай прыгаем быстрее в пещеру, чтобы спастись. Чтоб нас не засосало. И мы не достались этому инопланетному чудику. Так, о! Прыжковые ноги. Обалденно, трибум тут засыпает. Но нужно больше лидерства. К сожалению, мы его взять с собой не можем.
Надо будет лидерство прокачать. А то мне уже некому мутации давать. У меня уже все по два раза мутировали. Значит, прыг ноги надо кому-то взять. Вот, например, вот тебе. Вот, давай ты съешь, и будут у тебя прыг ноги. Они тебе прям вот очень нужны. Прям капец как. Отлично. Теперь ты высоко прыгаешь. Это здорово. А что у нас в сундучке? Ну-ка, показывайте. Давай, открывай. Что? Еда. Где у нас? Еду у нас заберет пухлячок. Иди сюда, пухляш. Забирай это все к себе. Пригодится. Полетели. Оп, сюда, вот сюда. Наконец-то выбрались. Говорю так, как будто в этой пещере провел не знаю сколько лет. Снова солнце. Блин, солнце это же плохо. Оно как раз таки восходит. Ё-моё, рассвет. Сейчас нам будет очень жарко. Я интересно, что-нибудь нашел от солнца или нет? Ну, хамелеоновая штука навряд ли нас спасет. Нужно что-то другое. О, смотри, а там он что-то... Храм, что ли, нам показывает? Пойдем до храма съездим. Точно! Это храм со способностями. Сейчас и качнем его. Ну, в смысле, качнем способность. Что это за звук был? Опачки! Через цилиндр видел, перелетела вот эта штука? Так, мне нужен... Ядовитая штука, нифига себе. Это что за моноколесо у меня тут? Мономотоцикл. Я думаю, что нам надо бы до храма быстренько добежать, пока он нас тут не укокошил. Храм. Я вот тут, я здесь. Быстренько туда, как раз еще и рассвет. А, еще и еды надо набрать. Еда, сейчас я возьму тут парочку. Кстати, в храме должна быть еда. Если что. Все, идем в храм, быстро. Что-то мне здесь не нравится. Что-то много агрессии я чувствую. Да блин. Черт. Нас сейчас съедят, если я не запрыгну. Давай. Давай, заходи. Фух, пронесло. Чуть кислотой не облили. Хотя кому-то там что-то досталось. Все живы? Вроде да. Фух. Интересно, пещера такое раньше не видел. Пойдем с старейшиной поболтаем. Он нам способность какую-то должен показать, как защищать. Четыре ноги можно защитить. Нужна вот эта штука. Крабики. Хорошо. Телокомбинатор. Во, рыбку вот эту надо будет потом поймать. Ну, получается всего две. Две способности, теперь я могу защитить. Ладно, собираем пыльцу, качаем лидерство и идем отсюда. Короче, собирал минералы в пещере и случайно засосал какую-то штуку. Мутацию. В общем, передал ее Тева, но ставить на нем эксперименты я не буду. Мы сейчас лидерство прокачаем, вернемся за спящим усталым трибумом и вот его и мутируем. Мутацию я нашел наверху, тут прям мостик под нее сделан, ну под эту мутацию, то есть вот так вот перепрыгиваем, вот сюда вот бежим, и вот здесь вот лежала эта мутация, вот тут вот я ее засосал, думал это обычный грибок, съесть можно, а оказывается мутация, обалдеть. Ой, бежим, он нас караулил, бежим отсюда срочно, вот этот собираем, нам надо пить, есть и все такое. Так, ребята, у кого там хобот тоненький, далеко стреляющий, и сюда? Воды, правда, у меня маловато. Солнце подпаляет нас. Сейчас собью, не собью. Давай, сбивайся. О, сбил. Что это такое? Что? Куда она укатилась? А, это просто еда, блин. Ну, допустим. Качайте воду, трибумы. Вода нам нужна. Если что, будем поливаться, когда будет солнце сильно печь нас. Реально, водой же можно облиться даже. Все, солнце отнимает у нас здоровье. Прям не очень хорошо. Ребят, меня полейте как-нибудь. Вот я вас поливаю, вы меня поливаете. Вот. Что-то плохо как-то получается друг друга поливать. Тупая идея. Вот она пещера, по-моему, в ней мы нашли. Да, тут сейчас будет еще один трибумчик. И мы сейчас его заберем. Дружище, я вернулся за тобой. Ты нам нужен, без тебя никак. Пойдем с нами. А, блин. Подожди, а куда я потратил? У меня же было 5 пыльцы. Куда у меня потратилось все? А, точно, я ж мутации защищал, там пыльца нужна. Братюнь, прости, кстати, у него окрас такой интересный. Ух ты ж, нифига себе, смотри, на что напал. Так, надо ее кислотой залить, срочно. Давай, вылази, она где-то вот здесь. Ух, нифига себе, блин, нифига себе, он сожрал сразу 4. Хорошо, что у меня было автосохранение недавно сделано, прям возле этой пещеры. Будем остерегаться вот этой штуки, которая вылазит из-под земли. И больше не попадемся на ее удочку. О, гляди, что я тут нашел. Домик. Домик. И кто у нас тут живет? Ну-ка, привет. Нужно 3 пыльцы. У меня как раз 3 пыльцы и 5 вот таких вот грибков. Сейчас мы их найдем, и у нас будет еще один трибум. Это здорово.
Все, мы все собрали, отлично. Ты идешь с нами, погнали. Ну вот, у нас теперь сколько у меня трибунов-то, надо посчитать, я уже со счета сбился. Так, считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 трибумов, обалденно. Значит, а где новенький-то? А, мы его еще не приняли, подожди, надо его назвать. Рэмбо, вот как тебя будут звать, понятно? Теперь у меня 10 трибумов, обалдеть. Значит, кидаем ему вот эту мутацию, сейчас посмотрим, что она с ним сделает. Так, что? Дымовой хобот позволяет трибуму создавать густое дымовое облако для маскировки. О, это классно. То есть вот так вот он умеет прыгать и еще и маскировку делать. Ну-ка, давай сделай нам маскировку. Вот это облако так облако. Здорово. Жалко, конечно, что оно не защищает нас от солнечных лучей. Так, нас там сверху преследуют. Но мы сейчас убежим, не страшно. Ой-ой-ой-ой, быстро отсюда бежим. Быстро. Вот это существо, надо от него щемиться. Так, а кто у нас пуляет-то? Вот ты у нас пуляешь. Сейчас попробуем сбить этот хобот. Он вылупляется, убегаем. Во, нифига себе. Какой он здоровый. А кто это был-то? Даже отсканить не получилось, не успел. Короче, это какой-то песчаный червяк. Ну что, я думаю, что я по максимуму тут все облазил. В начальной локации пустыни. Давай пойдем дальше, посмотрим, что же нас там ждет. Поехали! А вот и пустыня заканчивается, ну вот. Обычный лесок начинается. Но тут, кстати, есть куча растений, которые нам нужны для защиты мутаций. Это хорошо. Это к лучшему. Вон там яйцо было. Но мы его не соберем. Токсичные газы. Надо аккуратно объехать это все дело. Вот. И тут тоже токсичные газы. Ой-ё, как объезжать-то много. А там пустынька снова. Ну ладно, это мы объехали. И снова в пустыню приехали, да? Фух. Доехали. Хорошо, быстренько, и цилиндр еще далеко. Очень далеко, далече. Ну что у нас тут? О! Снова змей. Ну здорово, змееныш. И храмик. А там старейшина. И какие-то новые испытания. Ну что, пойдем вначале в храм? Мне вот все-таки интересно, вот эти вот штуки как-то нам могут помочь вообще? Что это за... Может быть ядом? Давай ядом зальем, попробуем. Не, никак. Ну и ладно, пойдем тогда отсюда. Вот он, вход в храм. Пойдем, забежим. Надеюсь, у нас все мутации есть. А может быть, нам тут мутацию дадут защиты от солнца? А? Это было бы классно. Сейчас узнаем. Добрый вечер. Ой. Ой. Это плохо или хорошо? То, что на меня смотрят какие-то глаза. Трибумов удивило то, что этот храм защищал какой-то охранный механизм. Был ли он тщетной попыткой сдержать слуг цилиндра? Существовала ли иная причина, теперь навсегда забытая в прошлом? А кто ж его знает-то? Может бомбануть? Так. Ой. Что это такое? А если я встану вот так? О! Ну здорово. Тут можно... Ребят, вы зашли? Нет, не зашли, да? Давайте заходим все сюда, мне нужны здесь все. Перерабатывальщик. Давай, собирай все кристаллы. Выходим. Идем к следующему. Там были только кристаллы. А, пыльца еще сверху, смотри. Сколько ее там. А, ну она прям наверху, за потолком стеклянным. Ясно. Значит, нам надо наверх подняться каким-то макаром. Идем тогда сюда. Цветочки какие-то необычные. Что это такое? Можешь собрать? Дайте-ка мне вот это вот. Это просто грибы. Просто еда. И, кстати, мне как раз нужно поесть. Съедаем эти грибы. Колесо какое. Точнее, шарик. Колесо. Тьфу ты. Шарик. Поехали. Как насчет прыжка вот такого? Толкается? Нет от прыжка. Не, просто нужно его толкать, чтобы нас не засекли механизмы вот эти вот. И будет все ок. Я пробежал. О, снова вот эти вот штуки мутационные, которые пускают дымку. Давай заберем, пусть будет. А здесь у нас чего? Блин, надо как-то... А, дым давай пустим. Если я дым пущу, нас запалят, нет? Ну-ка. О, точно, сработал. Еху! Будем знать теперь. Собираем пыльцушку. Тут у нас еда, надо похомячить. Ну чё тут у нас наверху? Вон там какие-то брюлики светящиеся интересные. Минерал тоже. Идем дальше, а там у нас сундучок, а там мутация наверху. О, вот она, эта пыльца, мы вон там внизу были,
и видели эту пыльцу. Все, собираем ее. Ништяк, мы почти богаты. Ну как, 7 минералов, это, конечно, не богат. У меня было и побольше. Вон ту мутацию сейчас попробуем забрать наверху. Но это комбинатор. Он нам, в принципе, не так уж и нужен. Но давай попробуем сбить водичкой. Получится у нас, нет? Может, с другой стороны просто попробовать. Что-то не сбивается. Я сейчас так воду всю потрачу. Ну и фиг с ней, короче. Давай лучше посмотрим, что в сундучке у нас тут. Ну-ка. Сим-сим, откройся. О, что это за камень такой? Ну-ка, собирай. Надо его разбить. Давай разобьем. Что там у нас? Что это за штука? Рэмбо, давай-ка ты съешь эту штуку и посмотрим, что она тебе даст. Опа, какой панцирь. Тело с пластинами. Толстые хитиновые пластины защищают Рибума от мелких хищников. Что ж, вот, видишь, смотри, смотри, смотри. Видишь, когда глаз нас палит, у нас появляется мостик наверх. То есть сейчас попробуем аккуратненько подняться так, чтобы он нас видел. Так, чтобы он нас видел, вот. Вот так вот надо обходить. Ага, я поднимаюсь, поднимаюсь. Я наверху. Все, залез. Что тут у нас? Покажите. Я что-то активировал, но не знаю что. А, карту открыл, ну естественно. А там у нас и змей небесный. Ну что, карту мы открыли, можно отсюда сваливать. Но нужно забрать еще способность. Сейчас попробую туда. Во, отсюда ее можно сбить, в принципе. Ну-ка. Давай, о, о, отлично, отлично. Заберем, на всякий. Комбинатор нам всегда нужен. Ну что, тут закончили, выходим отсюда. А это у нас что такое? Вот эту вот штуку можно забрать? Да. И она дает мутацию. Жираем мутацию, сейчас посмотрим, что она нам даст. Ну-ка. О, цилиндр. Тут есть рыба. Нам нужна рыба, которая электрошокер. Кстати, еще вот эти вот штучки нам нужны. Я их случайным образом съел. Для защиты нашей воздушной штуки. Кажется, я все собрал. Ну-ка. Да. Воздушный шар мы можем защитить теперь. Чудесно. Вот она, эта рыба плавает. Иди сюда. Сейчас я тебя заберу. Прям по ней прыгнул. Офигеть. И она утопилась. Так, а кто у нас тут амфибия? Вот ты. Поплыли, заберем вот этих рыбок. Они нам прям вот капец как нужны. Рыбочка, иди сюда. Все, собрали этих двух рыбок. Тело комбинатора у нас теперь защищено. Ух ты, а что это там за сияние такое, а? Кольцо какое-то светится. Пойдем посмотрим. Прям вон там что-то невероятное происходит. Третий глаз нам больше не нужен. Мы мутацию защитили. У нас ее не отберут никогда уже. Что там за сияние такое, а? Телепорт, что ли? Это же линза! Очень похоже на нее. Вот она, какая здоровая-то, а? Но она сломана. Но мы ее нашли. Кто-нибудь что-нибудь скажет нам про линзу, а? На солнце сверкала конструкция из стекла и металла, наполовину занесенная песком. Может, это одна из линз, про которые говорил старейшина? Да это она самая. Без необходимых знаний Трибумам пришлось все бросить. В смысле все бросить? Ну, в смысле линзу, наверное, бросить, да? Но я-то вам говорю, что это линза. Она прям похожа на нее. Но она разбитая и сломанная, так что толку от нее мало. Блин, только думал, а где же колеса-то, а? Что-то их давно не было. Вот тебе, пожалуйста, и колесо. Короче, чтобы попасть на ту сторону, к той стеле, нам обязательно нужно через лес пробежать и через колесо. Но колесо вроде куда-то уехало. Его не видно. Колесо, где ты? Вроде нету. Ну что, сил мы вроде поднабрались для марш-броска. Так что погнали. Вперед из песней до следующей пустыни. Блин, в этом леску был фрукт, который нам нужен. Третий глаз нам показывает. Но мы его уже проехали. Ну и ладно. Надеюсь, встретим в следующем леску. О, щет. Ты посмотри на этот овраг. Походу, нам вниз придется. Потому что по-другому никак. Ладно, прыгаем отсюда. Ёшки-матрёшки, вот это да. Интересно, а как цилиндр это все раздает? Он просто проедет, и я буду под цилиндром? Как думаешь? Вот прям очень интересно узнать. А ему пофиг, он... Кстати, в принципе, тут можно... Подожди-ка, сохраниться нельзя.
А, ну там наваливает куча, короче, земли, которую он раздавил, и она засыпает вот этот овраг. Все понятно. Черт, 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 чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Вот так вот, быстро сюда. Вот так вот уходим, 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 уходим. Все колобки, колобки, все живы. Никого не задавило. О, гейзер. Че, мы можем туда перелететь? Так, при виде необычного китуала трибумы вспомнили о всех существах, павших на пути цилиндра. Где-то там ждал старейшина, не знавший о судьбе своего собрата. И трибумы ощущали всю тяжесть этой печальной вести. А где он? Я его не вижу. Он где-то здесь? А вон, кстати, большие собраты этих летающих одноногих червячков, которых мы видели на платформе. С умирающим трибумом. Давай тогда на гейзер сейчас взлетаем. Полетели мы наверх. Интересно, высоко взлетим, нет? Сможем перелететь цилиндр еще разочек? Ну, кстати, высоко так взлетаем. Выше Стеллы? Как все хорошо видно-то, а? Все, это максималочка. Мы падаем, мы очень быстро теряем высоту. Хьюстон, Хьюстон. Оп-оп-оп-оп. Давай-давай-давай, есть! Мы, походу, за цилиндр перебрались. Там гейзер тоже есть. Ну чё, давай спустимся. Математик, ты где? Математик. Ты здесь? Зумба погибает. С чего это он погибает? Чё за подстава? Зумба, как так вышло-то? Здесь есть что интересненькое? Вот это что? Пыльца? О, давай соберем. Давай соберем. Математик, ты куда ушел? Математик, ты где? Ты здесь есть? Он же должен выйти-то. Слушай, ну математика здесь нет. Но пыльцу пособирать, это, конечно, годно. Хорошо, что я сюда перелетел, слушай. Математик, наверное, пошел в туалет. У него там важные дела. Блин, я совсем забываю про свою четырехножку. Он так быстро бегает, что практически соизмеримо с колобком. Очень шустро. Так что, когда я буду убегать от цилиндра, в следующий раз выберу его. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вижу слуга математика, слуга цилиндра. Вон он там что-то там делает. Кажется, мы тут задержались, да, уже надолго. Надо отсюда сваливать. Скорее, пока нас не засосали. Ой, кажется, он нас спалил. Быстрее, 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 быстрее. До гейзеров, до гейзеров, до гейзеров. Срочно, срочно, гейзеры. Где же, вы? Где же гейзеры? Блин, тут их нет. Черт подери. Черт подери. Вот, 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 вот гейзер. Вот гейзер. Скорее, 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 он за нами бежит. Колобочек, где ты? Давай. Полетели. Все, полетели, полетели. Надувайся, давай. Скорее, 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 скорее. Вот так вот. Все, мы улетели. Кому-то очень больно досталось. Но мы улетели уже, все. Не смотрим туда. Взлетели рядом со змеем, офигеть. Все, пробуем перелететь. Надеюсь, силов хватит. Блин, не достаю опять, что ли. Вот. Отлично, отлично, отлично. Фух. Так, ребята, все здесь? Все здесь? Ни у кого способности не отобрали? Так, пересчет. Ой, 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 змеи еще. Скорее, 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 скорее вниз. Надо к змею подбежать. Быстрее, 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 иначе нам ток. Ух, как он нас сдувает-то. Ну хорошо, что у нас хобот с фильтром есть. Так, дружище, может ты нас засосешь, нет? Вот храм, сейчас туда забегаем. Ну слушай, нас, по крайней мере, током не шибануло, это очень хорошо. Надо еще пересчитаться. Где вход-то? Ё-моё. Ёпарцаты. Как войти? Как войти? Что делать? Змей, ты нас засосешь или нет? Или как? А, вот сюда надо встать. Пойдем. Встаем сюда, ребята. Открываем храм, заходим. Скорее, 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 скорее бежим. Ох, как тут горячо. Заходим в храм, значит. О, вот эта пещерочка. Вот эта пещерочка. Здесь должен быть старейшина еще. Какая жара-то! Здесь наверняка должна быть мутация от жары. Ну и негостеприимное местечко. Воздух удушал, а жара была почти невыносимой. Ну да, тут лава кругом. Трибумам нужно было использовать все свои способности, чтобы преодолеть возникшие перед ними препятствия. Но кто мог по собственной воле поселиться здесь? Ну, это старейшина какой-то.
Это какой-то старейшин. Подожди, вот эти вот надо штуки собрать. А, ну это дым. Это дым. От них нам толку нету никакого. Есть вода, можно в ней... О, охладиться. Охлаждаемся, нет? Нет, чуть не охлаждаемся. Так, подожди. Надо тогда минералечки пособирать. По-любому мы тут найдем мутацию. Она где-то здесь вот тут рядышком. А вот эти вот штуки? Вот эти штуки можно что-то тут... О, вот и мутация, пожалуйста. Наконец-то мы нашли мутацию. Рэмбо. Не зря же я тебя назвал Рэмбо. Давай, кушай. Посмотрим, что это тебе даст. Ешь. Это какие-то огненные цветы, так что... Да, усиленная кожа. Толстая кожа помогает трибуму выдерживать более высокую температуру. Ну и отлично. То, что мы искали, то, что нужно. Спасибо вам, цветочки. Надо побольше, кстати, этих цветочков взять на всякий пожарный. Пригодится. А мы идем дальше. Что? О, минералы еще. Это надо. Все, с минералами закончили. Всю стенку ободрали. Ого. Ого. Так, вот этот цвет мне не нравится. Как бы его обойти-то так? Черт. Это свет цилиндра. Очень нехорошо. И как нам что сделать? Может быть, мы перелетим как-то? Но трибумы-то все не перелетят. Они же побегут. Побегут через все это. Вот я сюда залетел. Опа. Нифига себе. Оно поднялось. И что? Оно поднялось? А как нам вот эти штуки-то открыть? Черт, 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 черт. Так, ну давай еще раз. Я, наверное, залечу туда. Просто залетим аккуратненько. Вот, я здесь. Так, Ага. А-а-а-а. Испепеляет, все равно испепеляет. Да блин, беги, чего вы застряли-то там? Даже капец, сколько мутаций потеряли. А он продолжает светить, скотина. Я еще и сам затупил, стоял. Ну и пофиг, ладно. Проходим, короче, дальше. У нас защита есть. Вот. Бежим дальше. Так. Кому-то там досталось, жопу подгорело. О, вон старейшина сидит. А как нам туда пройти? Блин, все равно светят на нас. О, вот это что такое? Надо забрать. Какая-то новая мутация. Бомбочки какие-то, что ли, будем делать? Ого. Зоркие глаза позволяют трибуму видеть свет ранее недоступного спектра, находя важные секреты. И что? Или может быть кислотой как-то? Ищите воду, вам нужно попить. Блин, опять всю воду израсходовал. Так, а где у меня бомбалейла-то? Вот он, бомбалейла, у меня есть пару снарядиков. Как насчет... Отойди! Чунгачкук, блин, зачем ты туда подошел? Давай, стреляй. Не попал. Ну, слушай, ему, по-моему, пофиг. Сколько снарядов, и все зря. Так, ладно, я дал мутацию еще с этими глазами другому чувачку. Давай активируем эту мутацию. И будем смотреть секретики. Секретики покажите мне. Ну, понятно, что тут что-то нужно сделать, но что? Это секрет. Вам нужно попить еще воды. Да вон, у меня там перерабатывается. Ну, короче, секрет нам показывает, секретные глаза нам показывают, что нужно нажимать вот на эти кнопки. Ну, как это сделать? Это, конечно, вопрос. Они под решеткой защищены хорошенечко так. Эти решетки нужно как-то отодвинуть. Ну, как это сделать? Это сложно понять. В общем, давай мы это оставим к следующему разу, а ты напиши в комментариях, что мне тут нужно сделать. Уверен, что ты уже в курсе. Ну а на этом все. Если понравилось, то не забывай ставить лайк под этим видео, чтобы увидеть продолжение. И подписаться, если ты еще не подписан, чтобы увидеть новые крутые ролики.